за 2017 год, по последней статистике, в России только от курения и от болезней, связанных с курением, умерло больше 570 тысяч человек. 60 человек каждый час в России умирает от болезней, связанных с курением. И эти цифры весьма неутешительные, но тем не менее ежедневно отравлять себе жизнь сигаретами продолжают миллионы. О вреде табакокурения знает каждый, но далеко не все могут сказать себе «нет» и бросить вредную привычку. У многих уходят годы, чтобы с ней расстаться, а потому проще предотвратить тягу к сигарете, чем потом бороться с зависимостью. Важно уберечь от этого яда подрастающее поколение. Так, в рамках месячника против распространения алкоголя, наркотиков и курительных смесей, который проходит в Щелковском районе, в молодежном центре «Навигатор» с подростками провели профилактическую беседу, рассказав о вреде курения. Также затронули темы борьбы с наркоманией и алкоголизмом. Человек живет для того, чтобы радоваться. Да, мы слова «получать удовольствие» переиначиваем. Да, удовольствие от сигаретки, минутное удовольствие. Удовольствие должно быть от жизни. Наслаждайтесь жизнью, думайте, делайте правильный выбор, живите и дышите во всю грудь свежим воздухом, пейте хорошие напитки. И очень рада, что вот вы все-таки поучаствовали вот в таком нашем мероприятии. Анна Балиет, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».